Черное море у берегов Анапы волнуется третий день. Во время штормов работы хватает у всех муниципальных служб. Тех, кто отвечает за чистоту пляжных территорий, и тех, кто стоит на страже здоровья и жизни людей. В эти дни главная задача спасателей, а они дежурят на каждом обустроенном пляже, обеспечить безопасность отдыхающих. Купаться во время шторма категорически запрещено. Об этом анапчаны гостей курорта предупреждают по громкоговорящей связи с помощью вывешенных черных шаров на спасательном пункте и установленных табличек «Купаться запрещено». Так сегодня выглядит пляж санатория «Эллада». Отдыхающих почти нет. Сильный ветер и волна не располагают к купанию. Но спасатели свое рабочее место не покидают. Мы обеспечиваем безопасность в такие дни и в другие дни. Согласно постановлению главы Краснодарского края номер 536, в редакции номер 78. То есть ГИМС у нас отслеживает, принимает у нас пляж. То есть проводит техническое освидетельствование в начале каждого купального сезона. Предупреждаем о том, что у нас шторм. Сильное донное течение по громкой связи, через мегафоны, через сигнальные таблички. Убедить людей, что купаться в шторм – неоправданный риск, бывает непросто. Смельчаков вступить в спор с водной стихией хватает. Но спасатели прилагают все усилия, чтобы не допустить несчастные случаи. Кто-то прислушивается, кто-то не прислушивается, но жизнь человеческая бесценна. Поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы донести информацию об опасности купания во время шторма до отдыхающих. Шторм задал работу коммунальным службам Анапы. Последствия сильной волны, мусор и водоросли на побережье. Все минувшие выходные днем и ночью за чистоту боролись сотрудники МУП АКУ. Работает около 17 человек сейчас по береговой линии. Здесь, на ЖМТ, на Северном Сидянии производим работы уборочные. Потому что сегодня мы должны все до завтрашнего утра убрать. Сейчас работают смены, ночью будут работать. Все будет убрано. Сотрудники предприятия полностью убрали 48 тысяч квадратных метров центрального пляжа. Работы продолжаются до сих пор по всей территории береговой полосы. На Пионерском проспекте до села Витязева три трактора выгребают мусор прямо из морской воды. Уже вывезено более 85 тонн камки и мусора, который принес сильный шторм. Вечером, когда отдыхающих на пляже нет, на уборку отправляют тяжелую технику. Собранный мусор вывозит КАМАЗ. Вижу, что служба работает и по утрам, и в такие хорошие дни. И тоже работали, убирали. Но сейчас тоже вижу, техника работает. Все ведется к тому, чтобы исправить положение. Если они так останутся лежать, то уже, если еще один шторм такой же будет, то уже в море зайти невозможно будет. И действительно нужно убирать, потому что мусора столько вынесло вообще. Молодцы, очень полезное дело и правильное, потому что вот в этом виде купаться, конечно, невозможно. Ну, знаете, то, что убирают, это хорошо. Очень хорошо. Пускай убирают, приводят все в порядок. Мы надеемся, что мы будем сюда почаще приезжать.